А я все гляжу, куда это наши барышни пропали? Они, вот они. Идемте, барышня Лизонька, а то матушка браниться будут. Не велено бегать по сеням. На дворе мороз, а в Лизонькиной комнате печь гудит, а за печкой сверчок живет. Наши барышни сказки сказывает. Я вам говорю, это он. Да ну откуда у нас? Ну, я же вам говорю. Мигунову кто увез? Он. Саблина он убил. Матнева из окошка за ноги спустил. Князя Нестерова он обыграл. Он. Ах, ну, 300 000. Господа, я прошу вас, это который днем. Вы не знаете, что это за человек. Верхом. На пари. По Невскому. Голый. Свободен? Граф Турбин. Дворянские выборы, ваше сельство. Съезд помещиков. Такой огромный. Ваше сельство. Афремовская помещица с дочерьми обещалась к вечеру выехать. Так вот вы извольте занять, как опростается, 11 номер. Позвольте разок за вас. Утешьте инвалида. Да. Благодарствуйте, утешили. Пожалуйте к нам, граф. Сделайте милость шампанского. За компанию. Благодарствуйте, почту за честь. Только нам бы, с вашего позволения, водки сначала с дороги. Да, и бутылочку шампанского. Чё? Так. Так что на водку бы нам за наше старание. Саш, дай ему это. Иди сюда. Получи. Что ж, батюшка, ваше святость, как, кажется, старался угодить вашей милости. Полтинник обещали, они вот четвертак пожаловали. Саш. Чего? Дай целкову. Нету у меня. Будьте на. Сашка, целковый дай. Ну, нету у меня. Нету. Ну. Премного благодарен. Ну, что ты? Дай Бог и детям вашим. Последний отдал. Понятно? Значит так. ворвались мы с Федором Ивановичем в Париж. Не, ну ты этого не помнишь, это еще в Отечественном было. Слышь, вот сколько лет прошло, а... Долго ли у нас пробыть намерены, граф? Деньги достать надо, а то не остался бы. Еще номеров нет, черт их дери, в вашем кабаке проклятом. Позвольте, граф, а не угодно ли ко мне? Я вот здесь в 7-м... О, что ж ты... Белов! Занять у кого-нибудь и уехать. Не у кого. Коли бы 8-ку вчера не снял, теперь бы отыгрался. Что же делать? Сейчас бы сесть в 3 и уехать. Лухнов скоро придет. Играть стану. 1-25. 2 угол. На 7 кушай. На 15. На 30. На 60. 3000. 3000. И уеду. Покупили. Сашка, последний раз показываю. Саш, готов белье, в баню едем. А потом, глядишь, и к предводителю дернем. Вот так. Из бани на бал. Они ужасно вам будут рады, граф. На него такой здоровый скачет. И граф его от головы до этой. Ну что ж, с вашего позволения велю перенести чемодан и ваш номер. Что ты как этот, а? Сделайте одолжение, осчастливьте. 7-й номер не забудь. 7-й номер не забудь. Сашка, галопом! Сейчас разбежался. Он меня узнал. Пари держу, что узнал. Как мы с ним кутили в Лебедяне. 3 недели без просыпу. Когда я за ремонтом был. Кто в кавалерии не служил, тот нашего брата не поймет. Да, такое приятное обращение. Так ничего не заметно, что дрелись картежник. Ведь это ж надо знать. Это ж какая отчаянная башка. Но гусар. Вот истинно гусар. На нас только слава, что дуэлисты, картежники, соблазнители. А понимал бы кто-нибудь, что такое гусар истинный. Понимали бы. Похоже, что бедняк Завальшевский доболтался до того, что сам уж стал верить в свое кавалерийское прошедшее. Да ведь было ж, господа, было. Не было. Да и быть никогда не могло. Это как же? Потому что кавалерист наш никогда и не служил в кавалерии. Завальшевский? Не служил. Моторова бывало. Подъедет, бывало, эскадронный командир, говорит. Поручик? Пожалуйста, без вас ничего не будет. Проведите эскадрон. Проведите эскадрон. А вы помните, лет 10 назад он наследство получил и ездил в Лебедянь. Да, и прокутил там страшные 1000. Именно. 700 рублей. С ремонтером. Недели за 3. 700 рублей. И за 2 недели. За 3. Ага. Ну и что же дальше? Ну и шил уж был себе ирландский мундир с оранжевыми отворотами. 3 недели с ремонтерами, да оранжевые отвороты. И с тех пор, кто не служил в кавалерии, никогда не поймет нашего брата. Именно, милостивый государь. Оранжевые отвороты. Ну, душа-то, душа. Понимал бы кто-нибудь. А лошадь-то вся в ланцадах. А сам сидишь, бывало, эдаким чертом. Едешь, бывало, эскадроном. Да крикнешь, бывало, на усачей свои. Люшка чистая, иди, иди. Ой. Люша домой? Да что же? Граф, я... Нынче же бал у предводителя. О, бал. Денег достать надо. Проигрался. Граф, позвольте, ну чем вам у кого-то занимать? Я ведь тоже старый военный. Товарищ, могу сказать, я вам с радостью готов служить 200 рублей. Ну что, ну... Нет, у меня нет их теперь, только 100, но я нынче же достану. Нынче достану, граф. Возьмите вот. Ну что, не беспокойтесь. Спасибо, спасибо. Сашка. Не утерпел, набрался. Каналья. Блюшку покорми. И так не сдохнет. Ишь, какой гладкий. Не разговаривай, накорми. То вам бы только, чтоб собака сыта была. А человек рюмочку принял, вы попрекайте. Прибить? Ой, 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 ой. Бей. Если тебе собак дороже человека. Так. Придется прибить. Еще граф. Не, ну по-своему он тоже прав, конечно. Значит, на бал. Ну, что теперь будем делать? Рассказывай. Что в городе есть? Хорошенький кто? Кто кутит? Ну, кто в карты играет? Давай, давай. Игра есть порядочная. Лухнов, приезжий. Играет... Прошу извинить, минуту. Весь в крови. Зверь. Зверь. Все равно люблю. Все равно люблю. Шамаграф. Лухнов играет с деньгами. И Ильин. Уланский корнет. Очень милый юноша. Каждый вечер играет. Он тоже проездом, ну, что-то задержался. И я должен вам сказать, граф, чудесный малый этот Ильин. Последнюю рубашку отдаст. Блюшку будешь кормить? Еду. Господи, раздевай. Давно ли встали, Михаил Васильевич? Только что. Отлично спал, вы знаете. Там какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского. Не видели? Нет, не видел. А что же, остальных еще нет? Идут. Прошу вас, господа. Здравствуйте. Прошу. Прошу. Не слыхали в Москве-то? По ночам ходят мошенники с крюками, наряженные в чертей, да ну, и грабят проезжих. Однако, что ж, господа-то, время золотое тратим. За дело так за дело. Точно, пора бы. Да. Вот я говорю, в чертей наряженные, грабят проезжих и конец. Да, времена. А я ничего в этом удивительного не вижу. Куда вот только полиция смотрит. Вот что мудрено. И в этом ничего мудреного не вижу и вообще. Будете метать? Не рано ли? Да. Белов, принеси мне обедать. Шампанского принеси, до карты подай. Я не обедал еще, господа. Так закусите, Михаил Васильевич. Кто ж против-то? Да вообразить только. Москва. Первопрестольный град. Столица. Мудрено. Не повторяю, ничего мудреного здесь не вижу. Вот говорят про нас провинция, провинция. Если вдуматься, так порядок у нас значительно больше. Да. О, еще кого-то несет. Извините, господа. Позвольте вам представить. Михаил Васильевич Ильин. Очень приятно. Граф Турбин. Ну, какого полка? Павловского. О, так мы с тобой одной дивизии. Это приятно. Граф с Михаилом Васильевичем, ну, как оказывается, одной дивизии. Иван Семенович, граф. Живо-здорово. Да, да. Ну, твое здоровье. О, ну. Твое здоровье, граф. Ну, очень приятно. Ну, пойдем. Сколько тебе? 20 минут. Вот так вот. Молодец. Молодец. Усищ-то усищ. Ну что, господа, играть собираетесь? Ну, желаю тебе выиграть. Я думаю, ты мастер, а? Мастер. Вот. А вы, граф, не изволите? Нет, дынч нет. Не на что. Под волочком. Попался мне какая-то пехоташка с перстнями. Вот. Шулер, наверное. Да. Вот. Дочь-то очистил. О, Плюшка, господа, знакомьтесь, Плюшка. Честь имею. Дальше места. Вот вспомню. Нет, это как всегда, он у нас аж. Нет. Вот так каждый раз. Однако, чего вы не играете, господа? Пожалуйста. Что он не мешал? У тебя болтун. Болтун. Любишь, не любишь, дело хорошее. Давай, давай, давай. А я здесь сижу. Начнем, пожалуй. Так же, как вчера. В банке 200. Хорошо. 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 За вами 50. Пришлите. Господа, я прошу вас еще. Пожалуйста. Не возражаю. Ваше? А вы как? Ну, вывези семерочка. Так, примите. Благодарю. Как бы мне теперь вот эту карточку убить? Вы Ильина бейте. Мы-то что, мы полтинничек да полтинничек. А ну он сотенный. Еще углы изгибает. Ваша? Благодарю вас. Благодарю. Вы? Пропускаете? Михаил Васильевич. Конечно, конечно. Так, опять уголочки. Да. Пардон. Да. На что решились, Завальшевский? Сэмпель. Ага. Ну, симпелят, оно понадежнее. Ваша. Ах, надо было мирандолем. Надо было. Да. Так, здесь полтиннички. А мы возьмем, да и загонем сейчас. О, да, риск. Так. Ваша? Он рискует, то знаете ли. Сожалею. Михаил Васильевич, ну что же вы, все руте да руте. Смените карту. Каждый играет сообразно себе. Ничего. Лихаби начало, господа. Позвольте, вы не уступите ваше место? А почему, собственно? Ильин, ты почему рутерок держишься? Ты что, играть не умеешь? Уже как не играй, все равно. Пришлите. Так ты, наверное, проиграешь. Дай за тебя понтирую. Нет, ты ж извини. Я всегда сам. Играй за себя, ежели хочешь. Я тебе сказал, себе играть не буду. Я за тебя хочу. Мне обидно, что ты проигрываешь. Уж видно, судьба. Судьба. Скверно. Нехорошо. Что это вам не нравится, граф? А то, что вы симпеля даете, а углы бьете. А, что скверно. Граф. Ваша. Подвиньтесь. Блюшка, узи его. Ну, эдак же нельзя играть. Какая же это игра, если сюда целую псарню приведут? Не мешай нам, пожалуйста, граф. Пойди сюда на минуту. Уйди. Ты что, не видишь этот господин в очках Шольта первой руки? Ну, полно, что ты говоришь? Не полно, брось. Я в другой раз сам обыграл, а сейчас вижу, проиграешься. Будем играть или нет? Проиграешься. Есть казенные деньги? Есть казенные деньги? Нет, чего ты взял? Я сам, брат, по этой дороге ходил, знаю, это шулер. Брось, как товарищ, прошу. Ну хорошо, хорошо, сейчас одну талию кончу. Посмотрим, как одну талию. Посмотрим. Не, ну это, конечно, все. Сколько поставил, столько убили. В одну талию. Поехали на бал. Блюша, Блюш, живопри, пожалуйста. Я тебе сказал, извини, брось, поехали! Извини, я сейчас не могу. Это, извини, я... На. Поехали! Оставь меня, пожалуйста, оставь! Да черт с тобой. Завальшевский, на бал. Предводитель будет рад. Заодно я вас познакомлю со своей сестрицей. Поедем. И сказывали, что будут непременно. Ты что за гусар такой? Граф! Ну и что он красавец? А меня от какого знакомства увольтесь. А то еще насмех поднимет этот мальчишка. Уж если он женщину обидит. Гусар такой. Приезжий остановился у Завальшевского гостиницы. Анна Федоровна, а вам ваш брат ничего не сказывал, нет? А вот и они. Дочек, ты наша, пойдем. Божественно. Моя сестра, Анна Федоровна Зайцева. Но, увы, уже вдова, граф. Очаровательно. Сестрицы, позвольте вам представить граф Федор Иванович Турбин. Дамы и господа, вальс! А что это на ментике у вашего приятеля? Владимир и… Какой Владимир? У графа Федора Ивановича Турбина орден равноапостольного святого князя Владимира с бантом и медаль 12-го года. Ой, Венера, Диана, полноте, граф. Вы шутите надо мной. Вы бы меня еще с цветком сравнили, с розаном, например. Цветок? Да, цветок. О. Граф. О, замечательно. Прошу. А? Довольно шуток, граф. Полноте. Вы бы еще сказали, что если я... Ну, что если я захочу, чтобы вы... Сейчас выпрыгнули в окно. В окно, в прорубь. Прикажите броситься в прорубь. Вы шутите, граф. Прикажите. Как куртуазно вы пошутили, граф. Что? Да? Ну, граф, ну, что готовы в прорубь. В прорубь? Да. Возможно, в прорубь. Все возможно. Не угодно ли покурить? О, простите меня. Выпить, граф. Прошу. Анна Федоровна. Вы переменились ко мне, Анна Федоровна? Да? Ну, вы тоже хороши. Ведь обещали за мной заехать кататься? Так ведь я заезжал, Анна Федоровна. Только вас уже не было. И конфеты самые лучшие оставил. Вы всегда найдете отговорку. Да и не нужны мне ваши конфеты. Не думайте, пожалуйста. Уж я вижу, Анна Федоровна, как вы ко мне переменились. И знаю от чего. Только это нехорошо. Ну что, мил? Ну, да, мил. Только ужас как пристает. Не могу. И вообще, каково? Он у меня сувенир просил, представляешь? Только ничего ему не будет. Да. Ну что же вы не танцуете, господа? Мы не танцоры. Мы больше по части вина. Рекомендую, граф. Наш исправник. Колков. Очень приятно. А после бала, граф, сразу всей компанией новый трактир цыганам. Илюшкин хор. Из Москвы выписан. С самого начала выборов поет. Стежка запевает. Да, буду. А сейчас пройдемте и уважим нашего хозяина. Благодарю, граф. Вы думаете, что вы граф? Так можете толкаться, как на базаре. Что? А от того? От того, что это неучтиво. Мальчик, что? Ты напились, верно? В чем дело? Нет. Мальчишка, если хочешь стреляться, нет, я не напился. От того, что он толкается. Он свинья. Полноте, граф. Прошу. Извините меня, я сорвался, я не могу. Простите. Ничего не понимаю. Не могу, я один. Сестрица, ведь граф-то, только это секрет, он только потому у нас и задержался, что деньги у него дорогой украли. Как все? Да, все. Ну, я уже, как у нас в кавалерии, я и просил его по-товарищески, без церемонии, он принял 100 рублей в долг. Но этого, сами понимаете, маловато. Естественно. Ну, раз такая оказия, не могли бы вы мне судить рубликов так 200? Да, ради бога, братец, конечно. Но сколько надо, я тотчас же пришлю. Ага. Только уговор, сестрица. Что? Богом вас заклинаю, чтобы ни одна душа об этом не узнала. Главное, чтобы граф ничего не прослышал. Ну так уговор, а? Уговор, уговор. Богом вас заклинаю. Прошу вас. Милый граф, мой брат мне все рассказал. Что так? Что с вами по пути случилось несчастье, и что вы совершенно без денег, так я могу дать сколько вам надо. И была бы ужасно рада, если бы вы взяли. Ваш брат дурак. О, граф. Федор Иванович. Когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются. Когда женщина оскорбляет мужчину, что делать? Вы знаете? Нет. Тогда женщину целуют при всех. Ну, позвольте хотя бы вашу руку поцеловать. Нет, но ведь не здесь же. Я прошу вас, я завтра уезжаю. Значит, это невозможно никогда. Ну уж позвольте, позвольте мне найти случай увидеть вашу руку поцеловать. Ну как уж вы найдете? Ну, это не ваше дело. Так. Чтобы увидеть вас, для меня все возможно. Хорошо? Хорошо. Не, знаешь, по-разному бывает. Когда... Помню, в Париж ворвались, когда я говорю, я граф, пришел за мной. Господи. Ну, там наш подошли к нашему шару. Так, Оля, выручи. Да. Оп. Валя. Карету Зайцевой к подъезду! Стой! Куда вы лезете, барин? Будешь молчать, получишь на водку, а то смотри мне. Это ж карета Анны Федоровны, милости. Да, Анна Федоровна. Три шельма. Пошли. Ну уж теперь-то я поцелую вашу руку. Это на балу. Как это? Его... Скажи мне что-нибудь. Скажи. вот. Ну, это... Только одна слава. Картежник, дуэлист. Отчаянная башка. Бежим со мной, а? Бежим. Бежим со мной, а? Голубчик. Не смотрит на меня. Люди, люди, помогите. Возвратите мне его. Пожалейте, пощадите сердце бедное. Собаку покормил. А? Покормил. Щадите. Поехали домой. Сердце. Поехали. Ну хорошо, хорошо. Где Ильин? Ильин. Завальшевский. Турбин. А я знаю, куда ты ездил. Ты плут-граф. Пошел прочь, дерьмо. А? Что, друг любезный? Проигрался? Проиграл. Тебе что? Все. Все. Тебе-то какое дело? Ну, поговори со мной, как с товарищем. Я тебя полюбил, если деньги казенные, я тебе помогу. А то поздно будет. Казенную проиграл. Оставь меня! Оставь меня, ради Бога! Что тебе от меня надо? Оставь меня! Пулю в лоб! Пулю в лоб! Вот что мне одно осталось, понимаешь? Да, пулю в лоб! Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь? Ну, что ты как красная девушка. С кем-то не бывает. Не беда. Поправим. Поправим. Подожди меня здесь. Подожди. Вы меня узнаете? Что вам угодно, граф? Я хотел бы с вами сыграть. Теперь? Да. В другой раз с большим удовольствием. А сейчас я устал и хотел бы немножко отдохнуть. А я сейчас хочу. Я хочу сейчас. Не располагаю нынче больше играть. Вот... Может, кто из господ будет, а я не буду. Так что извините меня, пожалуйста, граф. Не будете. Ни за что не будете, да? Так. Я вас очень прошу. Очень. Вина хотите? Ну. Будете играть? Нет. Ведь вы не чисто выиграли. Будете играть? Последний раз спрашиваю. Я сказал, что нет. Даже странно, граф. Неприлично. Приходить к человеку с ножом в горло. Мошенник. Грабитель. Не надо, я же Что ты? Ну, если стреляться, пожалуйста, пожалуйста. Мы еще полчаса пробудем в своем номере. Вот, отыграл. Вот. Сочти в селе. Приходи в общий зал, я скоро еду. Это я. Все хорошо? А? Вы, если что, то к нам. Пожалуйста. Спасибо. Уже, Блюш, мы домой поехали. Турбин! 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 Нет, я с тобой еду. Все, прощай. Все, прощай, прощай. Труп. Пошли, пошли. Граф, постой! Турбин, постой! Слышишь? Помогите. У меня всего было 15 тысяч казенных, понимаешь? Ты принес мне 16 300. Понимаешь? Да! Стало быть, эти 1300 твои! На! А вот Ильин. Граф, вот он, Ильин. Илюшка, был Ильин, а? Подожди. Здесь, барин. Дарю. Давай. За мной. Сашка, есть какие-то вещи, знаешь. Извини, играет для заставы. Погоди! Погоди, Турбин! Кому говорят, шельма? Поворачивай. Поворачивай назад. Пошел! Холёпая! Ах ты! Пошел! Коли так, прощай, Лизонька. Опять госпожа Зайцева панихиду справляет по убиенному болярину Феодору. Кто такой? Граф Турбин. Тот самый? Угу. А что, она ему знакома? Да. Заезжал к нам как-то по случаю. Да? Угу. Где ночуем? У Морозовки. Деревня госпожи Зайцевой. Эскадрон! Подтянись! Да. Театра военных действий. Из действующей армии. Ой, куда же это кладется? Лиза, покажи-ка. Я что-то все забываю. Да вы перепутали, мамаш. Надо вот так. Так все сбудется, что вы задумали. Вот ты всегда меня обманываешь, говоришь. Говоришь, что вышло. Ну почему? Вышло же. Ну ладно, хорошо. Хорошо. А чай не пора? Я уж велела. Вам сюда принести? Как, братец, куда чай принести? Сюда? Я только знаю, сестры, что чаю пора. Пора. Пойду распоряжусь. Ой, мамаша, гусары едут. Гусары? Эшкадрон. О, да. Ой, что-то ничего не видно. Пыль одна. О, вон Устюшка бежит. Надо спросить ее, спросить, что видела. Ну что, где разместились офицеры? У Ирёмкиных, сударыня. Два их красавца такие. Один граф, сказываю. Граф? А фамилия как? Ой, Казаров ли, Турбинов ли. Турбинов? Не запомнила, я виноват, я сбегаю. Нет, 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 нет. Нечего. Нечего, пускай Данила сходит. Скажите ему, братец. Данила? Да пусть просто не нужно ничего офицерам-то. Барышня-голубушка. Вот красавчик какой этот граф-то. Вот вам бы такого женишка, так уж точно парочка-то была. Так вот как тебе понравились гусары. Пойди принеси, пожалуйста, Мурсу. А жаль, сестрица, жаль. Тесно у нас. Флигелич не отстроить. Пригласить к нам гусар. Ну, вы сами знаете, брать, что негде. Ну, негде. Вот моя спальня, Лизина комната, и вот гостиная, и ваша. Гусарские офицеры, ведь это молодежь. Нет. Такая молодежь славная, ну, братец, веселая. Ну, я сама всей душой рада. Ну, правда же, вот вы сами посудите, ну, что нет. Им старости на избу очистить. И тебе, Близочки, мы приискали жениха из них, славного гусара. Ой. Деденька. Чего? Ну, может, был квартиру получше подыскать у помещика. А? Коли ваши сиятельства прикажут, я пойду выгоню кого на барский двор. Тогда Мишка-то их не лучше избы показывает. Да нет уж, не надо, ступай. Ага, добрый. Ну что, опять бугор посередине? Ты научишься когда-нибудь стереть постель? Халат подай. Чай готов? Я не мог успевать. К чаю подай ром. Ром не покупал. Отлично. Я тебе сколько раз говорил, чтобы ром был. Денег не хватало. Дай чуть 10 рублей, что ты купил в городе. А почему Полозов не купил? Ты бы у его мужика взял? Главное, Полозов, я не знаю. Они купили чай и сахар. Вот только ты можешь меня расстраивать. Ну, ты же знаешь, что я в походе всегда пью чай с ромом. Вам два письма из штаба. Ладно, иди делай чай. Ступай. Слушаюсь. Ну что, Турбин? Я, признаюсь, устал. Жарко. А здесь хорошо. Очень хорошо. Вонючая дряная хата. И рому нет. Мой болван не купил, и твой тоже. А что ты ему не сказал? Чё ты ром не купил? Деньги у тебя были? Да что вы, мы все одни должны покупать. Я и так весь расход держу. А ихний немец только трубку курит, да и все. От кого это? Да так, господин один, дряной. Я ему по картам должен. Уже третий раз напоминает. Не могу я ему заплатить сейчас. Глупое письмо. Ваше сиятельство. Что тебе? А. Барыня Анна Федоровна приказали узнать, не нужно ли чего вашей светлости. Еще приказали спросить, не сынок ли вы графу Федору Ивановичу Турбину. Наша барыня Анна Федоровна очень с ним знакомы были. Да, это мой отец был. Скажи, барыне благодарен, ничего не надо. Скажи, приказано узнать, нет ли комнаты почище, где в доме. Да ну зачем ты это? Одна ночь, не все ли равно. Ну почему не воспользоваться, если можно? Да не стеснять себя будут. Ну а мне думается напротив. Они очень довольны будут. Голубчик он мой. Ой, боже мой, боже мой. Данила, вот что, беги скорее и скажи, что барыня к себе просит, к себе. Данила, куда моя Лиза запропастилась? Устюшка. Ну, Лиза, ладно, после. Надо твою комнату приготовить. Твою, а ты перейди к дяде. Братец, вы вот, может быть, в гостиной переночуете, а одну ночь все-таки ничего. Ничего, сестрица, на полягу. Лиза, устрой все по-своему. Устюшка, что приказ? Вторую кровать у приказчика возьми. Ай, да. Данила. Подсвечник хрустальный. Данила. Возьми, Данила. Вот что мне брать, помяни. Ну что ж ты последний, ну случай какой-то. Да. Эй, осторожно, и так ножка же еле держится. Меня тащит, я постель тащит. Вот сюда ее тащит. Ну, ножка хилая совсем, я и говорю. Ну да, вот. Прошка, ну что ты там черт здесь? Твое место где? Ну что ты там черт? все готово. Угу. Хорошо. Я хоть на него погляжу, на голубчика. Красавчик чай, коль на отца похож. Отец красавец был. Посмотри, Лизу, посмотри. Пойди, доченька, принеси мне мою шкатулку. Времечко-то как бежит. Давно ли, кажется? Ты бы платье, Лизонька, муслин Деленевой надела к вечеру. А разве вы их будете звать? Лучше не надо. Ну, может, они сами захотят познакомиться. Ну что вы, мамаша, не надо. Не надо. Лиза. Как я желала бы тебе чего-то такого, очень, очень-очень бы желала, Лиза. Ну что вы, мамаша, не надо. Не надо. Ну вот видишь, ну раз не лучше, чем в избе строками. Ну лучше-то лучше, но как-то неудобно стеснять. Ну что за вздор? Я думаю, они даже довольны. Ты где? Да здесь, мне все равно, я он здесь. Ой. Что? Одно ужасно противное, ежели барни точно знал отца. Как-то всегда совестно за папашу покойного. Вечная история скандальная какая-нибудь. Долг какой-нибудь. Такие вещи рассказывают про отца. Слушать неловко. Эскадрон хорошо устроен? Да, хорошо. Не люблю встречаться с отцовскими знакомыми. Да, а я тебе не рассказывал, я как-то встретил недавно уланской бригады командира Ильина. Так вот он тебя очень видеть хотел и безумно любит твоего отца. Я не рассказывал тебе, как закончил отец? Нет. В Петербурге выпорол какого-то иностранца. На улице, арапник. белого дня. Потом был вызван на дуэль и убит. Мне думается, этот Ильин ужасный дрянь. Кто там? Человек, попросите что-нибудь завесить окно, чтобы ночью не дуло. Извините, господа, коли не впору, но почел своим долгом Завальшевский. Брат хозяйки здешней. Очень приятно, граф, очень приятно, корнет. Прошу без церемоний, господа. Сам старый кавалерист, знаю, как на походе. А с вашим батюшкой, граф, мы, можно сказать, очень даже товарищи были. Как же, как же. Сколько раз облагодетельствован он был. Извините, господа, что не роскошно. Дом у сестрицы маленький, а это мы сейчас завесим, и все будет хорошо. Какой приятный. Должно быть, добрейший человек. Угу. Промотал, небось. По добродушию менится. И теперь у сестренки. Достойнейший человек. Ну, зачем ты так? Угу. Отмена. Хочешь прочесть? Прелестная женщина. Сколько тут чувства, ума в этом письме. Одно плохо. Денег просит. Ой, денег это плохо. Я, правда, пообещал. Ну, тут поход, да и вообще. Впрочем, если я прокомандую эскадроном месяца 3, я ей пошлю, не жалко. Прелесть. Пошлем, не жалко. Барыня велели вашей милости окно завесить. А еще, барыня, велели узнать, не угодно ли господам чаю. Угодно. Шалун, барин. Ну? Ну... Безграмотно ужасно, но мило. И, по-моему, она действительно тебя любит. Еще бы. Только эти женщины и любят истинно, когда уж любят. Как эти молодые еще. Эти женщины любят, ну, право же, лучше, чем наши барышни. Прошу прощения, господа. Сестрица моя Анфедовна просит к себе на чай. ждет непременно. Да-да, разумеется. Очень благодарны. По-моему, лучше не ходить, они потратятся из-за вас. Что за вздор? Они будут счастливы. Говорят, там дочка хорошая. Илья, Анфин, тихонжение. Oui. Oui. Je vous en prie, monsieur. Вот вы все говорите, гусар, душа гусар. Конечно. Образование, даровитость. Особенно во время военных действий. Ты как считаешь? Да. Умно. Очень умно. Да. Вы ведь дядюшка в уланах служили? Как же, как же. Вот. Времечко было. Да, конечно. Не хотите ли отдохнуть, граф? М? Нет, сударыня. Я даже не знаю, чем вас занять. Вы играете в карты, граф? Разумеется. Ну вот, братец, вы и займитесь. Партию какую-нибудь составьте. Да ведь вы сами, сестрица, играете. Преферанс. Так что же, давайте вместе. Вы будете, граф? Во что угодно. А вы будете? Как прикажете, с удовольствием. Только, может быть, вы не станете помаленькой играть. Мы с Анфедной играем по полкопейки. И то на нас всех обыгрываете. Ну, так по копейке. Пусть меня обыграет. А может, я и выиграю. Сестрица, а граф-то опять восьмерную сыграл. Ну что вы правы, игра как игра. Вот так. Да, действительно. Сестрица. Пика. Пас. Пас. Ну, честно. Шесть треф. Юрист. Я тоже. барышня, голубушка. А этот второй, ну, корнет, что ли. Прям глаз с вас не сводит. Поразили вы его. Что хорошенький, молоденький. Жалко, правда, что очень молоденький. Ой, а уж граф-то... Ой, да ничего в нем особенного нет. Ой. Красоты тоже никакой особенной нет. Разве что ногти длинные, чистые. Лизонька. Ложись сюда. Я все проигрываю. Опять обремизилась. Ничего, матушка, отыграйтесь. Я, кажется, без двух. Нет, без трех. Это вы сперва сыграли 6 треф, а потом назначили семерную, а записали как простую. Ну вот, извольте. Ай, батюшки. Я пошла. Мизер. О, сестрица. Серьезно. А так ваша матушка много проиграет. Неосторожно. Да невнимательно она играет. Да, вот как? Да. Знаете, так можно легко рублей 10 прогать серебром. Значит, у Стюши на новое платье не останется. Полозов. Полозов? Да. Иди, я сдал. Ваша матушка сыграла в мизер и осталась 6. Жаль, что вы не видели. Да, жаль. Это замечательно. За вами 920 призов. 920. Прошу проверить. А ассигнациями это будет? 32 рублика, 32 с полтинки. Давайте-ка, давайте-ка, денежки, сестрица. Ну что вы, братец, право? Зачем? Нет, нет, сестрица, сестрица. Когда сам, что мы обыграли вашу матушку, это просто бессовестно. Она же совсем не умеет. Ну вы-то все время нарочно. Старались сами проигрывать. Я видела. Вот, пожалуйста, получите, граф, 9,20. Нет, 9,20 это если серебром считать. А ассигнациями с вас еще, сестрица, 23 целковеньких, 30 причитается. Простите великодушно, граф. Я ошиблась. Да, сестрица, ошиблись. Вот. Прошу счастья. Ну что? Это бессовестно с нашей стороны, сударыня, обыграть такую милую, такую любезную и добрую хозяйку. Нет, нет, право, сударыня. Если бы мы знали, что доставим вам хоть какое-нибудь огорчение, мы ни в коем случае не позволили себе принять ваше любезное приглашение поиграть с вами. Ну, что вы, корнет, прав. Карточный долг – это долг чести. Я понимаю. Должен вам сказать, корнет, вы этого помнить не можете. Это было в Отечественном. Мы с покойником графом Федором Ивановичем входим в Париж. Брат, что же вы говорите? Вы же не были тогда знакомы с графом. Ах, сестрица права. В Лебедяне. Это в Лебедяне было. В Лебедяне. В Лебедяне. Ох, времечко было. Чудная погода. Я думаю, вы много гуляете. По утрам часов 7. Хожу по хозяйству, так и гуляю немного. А по ночам при луне не ходите гулять? Нет. Вообще, граф Федор Иванович. А в 3-м годе мы с дяденькой часто гуляли. На него тогда Какая-то странная болезнь находила. Как полная лунатка, он заснуть не мог. Дяденькина комнатка, я там нынче ночью. Окнами прямо в сад, вот луна ему и ударила. А ваша комната? Мою вы занимаете. Неужели? Боже мой. Никогда не прощу себе это беспокойство. Какое беспокойство? Напротив, я очень рада. Дяденькина комнатка такая веселенькая. Окошечко низенькое. Буду там сидеть, пока не засну. Потом в сад перелезу, погуляю еще на ночь. Какое наслаждение. Провести ночь в саду с существом, которое любишь. Да. Да, славно гулять в лунную ночь. Какая прелестная ночь. Какая погода чудная. Только вам, я думаю, уже надоело, да? Почему же вы так думаете? Кушанье одно и то же, платье надоест. А хороший сад, если любишь гулять, не надоест. Особенно если луна повыше взойдет. Вот из дяденькиного окошка весь пруд виден. Я нынче буду смотреть. А Соловьев у вас, кажется, нет. Нет, всегда были. А в прошлом году охотники одного поймали. И нынче вот один был запел, так приехал становой с колокольчиком, спугнул. Мы с дяденькой, бывало, сядем в крытую аллею. Сидим, часа два слушаем. Кого? Соловья. Господа, а что эта болтушка вам тут рассказывает? Закусить не угодно ли? Простите, господа, но мне нужно сделать кое-какие распоряжения. Очень жаль покидать столь милое общество. Приятного аппетита, господа. Дядюшка, где же ваши-то кавалерийские воспоминания? Да-да, пожалуйста. Да, действительно. Да я, что ж, не стоит, пожалуй, господа. Когда это было? Тогда я расскажу. Эх, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата. Да, дядюшка? Едешь, бывало, перед эскадроном, а под тобой, ой, простите, господа, под тобой черт, а не лошадь, вся в ланцадах. Сидишь эдак чертом. Подъедет ротный командир на смотру. Поручик, говорит, проведите эскадрон церемониалом. Хорошо, мол. А тут есть оглянешься, крикнешь на своих усачей. Вот так. Дядюшка. Еще раз простите, что мы так безбожно обыграли вашу матушку. Au revoir. Приятно жить в деревне. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ну что? А очень хорош. Только уж больно собой занят. Все не то. Что не то? Все не то. Что ты, Лизонька? Скучно не нужно. Окно открой, пожалуйста. С тузом, с королем, бланк на руках назначает мизер. Ну как тебе не стыдно-то? Я проиграл нарочно. Знак тебе под столом делал. Толкал. Старушка огорчилась совсем. Ее даже жалко стало. Боже, какая ночь. Турбин, какая ночь чудная. Как будто жаль чего-то. Пойду на конюшню. Проверю, все ли в порядке. Спи. Лиза. Приснилось что-нибудь, да? М? Давно тоже когда-то приснилось. Спокойной ночи. промочил, фуражку чуть не потерял. Нет, лучше не рассказывать. Или расскажу. Можешь себе представить, что эта барышня мне назначила рандеву. Что ты говоришь? Слушай. Да как же, когда же? Не может быть. А вот после проверанса она мне сказала, что будет ночью сидеть у окна и что в окно можно влезть. Ты же слышал. Она про тебя еще сказала, что будет ночью сидеть у окна, на пруд смотреть. Да это она так сказала. Тут-то я и не знаю, нечаянно или нет она это сказала. Может быть, и точно она не хотела еще это сразу. Только это было похоже на то. Вышла какая-то странная штука. Я совсем дураком поступил. Что ж ты? Где был? Ну, пробрался к ее окошку. Еле нашел, точно. Сидит в окне. Спит ли, притворяется. Глаза закрыты. Я хотел прикоснуться к ее руке. Сам все испортил. Надо было смелее. Закричала и убежала от окошка. Так она закричала и убежала. Спать пора. Турбин. Граф Турбин. Что? Корнет Полозов. Граф Турбин. Вы подлец. Спи. Спи. уехали и не простились. Хм. Не простились. Молодежь. Вот покойник граф, штатный гусар был. Истинный гусар был. Ну что, братцы, может быть, чай выпьем? Вот чай, сестрица, давно пора. Лизонька, что это я хотел тебя спросить? Совсем позабыл. Да. Ты насчет чая распорядился? Да. Угу.